Смотри, огромный корабль выбросила на мель! Это CoolKids. Крутые детки. Привет, меня зовут Катя, и я из команды крутых деток. CoolKids – это первый детский художественный YouTube-сериал, где сценарий пишут сами зрители и подписчики. Пишите ваши истории в комменты. Можно реальные и выдуманные. Лучшие из них лягут в основу наших новых серий. Автор идеи этого эпизода – Алиса Геймер. Ставь лайк, подписывайся на наши каналы, и увидимся в будущем! А теперь с короной власти мне никто не нужен. Сашу я заразил вирусом. Ее подругу Лизу тоже, чтоб не мешались под ногами. Да как же вы меня задолбали? Все, мое терпение лопнуло, я уничтожу вас всех. Я генерал армии зомби, которые совсем скоро захватят вашу планету. А вы, дорогие мои, станете частью нашей армии зомби. Ваша задача захватить и поработить Америку. Пока, мои хорошие. Прикольно ты, конечно, меня заразила, Саша. Эта болезнь мне вообще не кстати. Чё это тебе не кстати? Доктор прописал нам съездить на море и подышать свежим воздухом. Ну вот это как раз и прикольно. Все учатся, а мы на море тусим. Вот именно. Так что дыши морским бризом. Доктор фигни не посоветует. Реально помогает. Ну что, давай видосик для лайки снимем? Давай. В описании ссылочка на наш лайки аккаунт. Зайди обязательно. Clap without her hands. What did you say? Now you can keep that hoe. If she can't clap without her hands, then I don't want that bitch. I feel like Gordon Ramsay, how I flip my fucking wrist. Лайки. Вот наши одноклассники удивятся, когда мы его опубликуем. Типа болеем, а сами на море. Ага. Да, все-таки зря, что мы им не сказали. Я Юре хотела сообщить. Пишу, он не отвечает. Звоню, он вне зоны доступа. Ну, может, телефон сел? Не знаю, может быть, он его выключил или не хочет со мной разговаривать. А может, это корона власти виновата? Он же последнее желание загадывал, когда наколдовал вам самокаты в парке. Не поняла, а что это с погодой творится? Бежим в укрытие, на нас надвигается ужасный шторм! Ничего не пойму. Шторм так быстро закончился? Смотри, огромный корабль выбросила на мель. Thank you.
лайки! Да какая трансляция? Там люди побежали, им надо помочь! Боже мой! Это же наши одноклассники! Что они тут делают? Полина, очнись, ты меня слышишь? Она живая! Я не могу поверить, в Лайке опубликовали видео с реальным нападением зомби. Синий Жорж воплотил свой коварный план. Надо срочно помочь этой девочке. О, коммент в Лайке от какого-то мальчика Игоря из детского дома. Если ты не хочешь уничтожить зомби выстрелом в голову, то есть только один способ сделать из них нормальных людей. Зомби никогда не смеются, смеяться могут только люди. Поэтому ты должна их развеселить. У тебя мало времени. Развеселить зомби? Ну и как, блин, я это сделаю? А ну стоять! Сейчас я буду вас смешить. Ребенок говорит маме: я сегодня в гипермаркете видел самый большой депрессивный лозунг. Мама говорит: какой? Ребенок: скоро в школу. Ненавидим школу, маски. О, так вы умеете говорить еще что-то кроме слова мозги. Ну, как вас развеселить? Нас может развеселить только одна. Блин, да что же делать? Придумала! Смотрите, что у меня есть! У меня есть самые крутые смешные видео из приложения Лайки! Запишите мне формулу на доске. Пишите, энергия равно. Энергия — это буква Е. Большая буква Е. Да господи, заглавная буква Е! Энергия равно! Равно пишите, равно! Да зачем вы прописью пишете? Как обозначается равно? Как у нас обозначается равно? Параллельными прямыми обозначается равно! Да не вертикальными, горизонтальными! Энергия равно масса, буква Е, масса, буква Е, умножить на С! Буква С, молодой человек! Вы не знаете букву С? Буква С! Да не русская! Мне нужен новый телефон! Тебе и со старым нормально. Да что вы говорите? Ты видел, как я смс-ки отправляю? Друг мой сизокрылый, лети гнатьки в бухгалтерию. Самый тупой вопрос гостей. А у вас есть туалет? Нет, писайте тут, тут удобно. Ах ты что, смеешься? Смотри, надо говорить, вот так делай. Ha 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 ha!
еще крутых видосов из лайки посмотрим. У меня получилось! Ребята, посмотрите, вы стали нормальными людьми! Офигеть! О, господи, что с нами было? Мы что, на море? Да, ваш корабль потерпел кораблекрушение. Вас вынесло на берег, а потом вы сожрали Лизу и превратили ее в зомби. Да, и этим вы меня очень сильно обидели. Лиза, не обижайся. Ну просто ты такая вкусненькая была. Я тебе сейчас по башке там вкусненькую нашел. Саженька, не ревнуй, я когда зомби сам себя не контролирую. Дурак дурацкий. Так, а ну-ка хватит мне здесь сцен ревности. Вот как мы отсюда выбираться будем? Вальдемар Юрьевич, скажите спасибо, что вы до Америки не доплыли. Вот оттуда бы нам точно было бы сложно добираться. Да, это хорошо, что мы недалеко, на побережье Краснодарского края. Виолетта Борисовна, Вальдемар Юрьевич, вы же наши учителя. Ну, я не знаю, автобус нам что ли организуете? До нашего города 600 километров. Билеты знаете, сколько на автобус будет стоить? Да, вы хоть что-нибудь знаете об учительской зарплате? Ну давайте родителям позвоним, они нам денег скинут. Родители! Вечно вы в какие-то истории попадаете, еле вас нашли. Что с вами случилось? Ну, мы играли с короной власти, потом появилась Хелен. Она сказала, что все гадости, которые с нами случились, организовал Синий Жорж. И что она генерал его армии зомби. Оборотень-зомби? Оригинально. Первый раз такое слышу. Да, и она нас обратила в зомби и отправила вот на этом корабле в Америку. Зачем в Америку? Ну, чтобы мы устроили там зомби-апокалипсис. Ну, попадется мне эта Хелен, я и устрою. Тупые белые маги, не знают элементарных вещей. Оборотни-зомби не только существуют, но еще могут превращаться в других людей. Например, в маленькую девочку Еву, в которой, между прочим, есть корона власти. Да, с кораблем, конечно, косячок вышел, еще это приложение лайки. Ну кто же знал, что там такие смешные видосы, которые могут превращать зомбаков в людей? Ну ничего, начнем зомби-зарождение не с Америки, а с России. Делаешь? Я на выходные на море приехала, вышла на пляж, а тут вы. Я уезжаю завтра, потусим вместе. Так, никаких тусить вместе, быстро все домой. Ну можно остаться, ну пожалуйста. Ну всего одна ночевка. Посмотрите, какая классная погода. Можно нам на один денечек остаться. Мы купаться в море не будем. Может быть. И будем себя хорошо вести. Заодно и классных видосиков для Лайкина снимаем. Ну что, может разрешим? Ладно, под твою ответственность. Ура! Только больше никакой темной магии. Виолетта Борисовна, Вальдемар Юрьевич, понятно? Конечно, да. Не извольте сумлеваться, ваше благородие. Ладно, верю. Пойдемте устраиваться в гостиницу. Ура! Скоро всем будет капец, всем капец, всем капец. А я Ева, молодец, молодец, молодец. Ева, а что ты там поешь? Ой, ничего, ничего, вам просто показалось.